recruited. Такое глупое решение. Абсолютно глупое. Я не думаю, что они что-либо могли сделать против российской культуры. Они только могли привнести что-то новенькое нам. Плюс молодежь всегда хочет изучать что-то новое. Поэтому я думаю, в связи с тем, что многие молодые люди сейчас учат английский, интересуются культурой, культура, ничего плохого в этом нет. Нет согласованности о том, что этот британский совет вот работал. Не было такого. Поэтому я считаю, что правильно закрыли. Прежде чем открывать деятельность свою, нужно вначале его в нашем государстве все-таки его пройти всего свидетельство и зарегистрировать.